Открывает мою подборку миниатюрный настольный пылесос. Он отлично подойдет для чистки небольших областей. Например, он отлично подойдет, чтобы очистить свое рабочее место от пыли и крошек. А удобная конструкция позволит легко очистить весь собравшийся внутри мусор. Необычная машинка, управление которой осуществляется посредством голоса, с помощью наручных часов, которые идут в комплекте. Но помимо управления голосом, эти часы также имеют полное управление движением автомобиля. Машинка выполняет любые голосовые команды, по типу вперед-назад, или же включить-выключить свет и тому подобное. Программируемый робот Лиори, 4 серии. Его управление осуществляется тремя способами. Это дистанционно, управлением голоса и жестами. Также этот робот имеет встроенную копилку, которая открывается специальным ключиком. Из основных функций данного робота – это возможность переносить мелкие предметы, воспроизводить и танцевать в ритм музыки, которая загружается в саму игрушку. Сыграть в рулетку с друзьями можно с такой необычной игрушкой. Это пистолет-револьвер со специальным креплением, в которое вставляется шарик. Сам шарик можно надуть специальным насосом или же для пущего азарта наполнить водой. После чего каждый игрок должен крутить барабан и производить выстрел. Если шарик не лопается, то пистолет передается следующему игроку и так до тех пор, пока он не лопнет. Достать обычной ложкой мороженку из контейнера бывает крайне нелегко, а сделать это аккуратно практически невозможно. Поэтому на помощь приходит специальная ложка, главная особенность которой – это формирование идеально ровных шариков. Перед применением ее необходимо опустить в горячую воду, чтобы ложка по мороженому шла легко, после чего вы сможете доставать красивые шарики, которые послужат чудесным украшением любого десерта. Необычная наволочка для подушки, которая чем-то напоминает чешую. Цвет этой подушки можно изменить, так проведя по ней рукой, развернутся блестки, и общая палитра подушки преобразуется в другой цвет. Благодаря такому необычному свойству, на ней можно рисовать и даже писать различные слова. Светодиодный термометр для воды, который позволит очень точно контролировать температуру воды, так как в ее основе лежит датчик с высокой точностью. С таким изобретением вы сможете легко и просто отрегулировать подходящую вам температуру воды, а само устройство не нуждается в батарейках, так как питание идет от потока воды. Шаффл-машинка – это специальное приспособление, предназначенное для перемешивания карт. В устройство встроен механизм, который непосредственно тасует карты. Для использования нужно разделить колоду на две равные части и положить в отсеки, после чего нажать кнопку и получить хаотично размешанную колоду карт. Сегодня у каждого из нас есть возможность приобрести программируемую копию руки, которая способна повторять положение человеческой. Встроенный сервопривод способен управлять сгибанием и разгибанием пальцев. Устройство подойдет как для изучения основ робототехники, так и для обучающих стендов. И оканчивает мою подборку радиоуправляемый истребитель. Этот экземпляр потрясает как своим внешним видом, так и своими летными характеристиками. Это же, черт возьми, истребитель на пульте управления. После освоения тонкостей системы управления, вы сможете устраивать свои самые настоящие летные шоу. На этом моя подборка подходит к концу.